Здравствуйте. Я Андрей Ракитский, и я рядом с вами. Приготовьтесь ко сну. Если у вас заложен нос, воспользуйтесь лекарственным средством, улучшающим носовое дыхание. Ложитесь в постель. Устройтесь удобно. Слушайте мой голос. Какое-то время вы можете смотреть на экран монитора. А когда почувствуете сонливость, повернитесь на бок и закройте глаза. Сейчас сосредоточьте внимание на своем дыхании. Пусть ваш рот останется закрытым. Вдыхайте и выдыхайте воздух через нос. Не старайтесь управлять дыханием. Позвольте себе расслабиться. Не нужно настраивать себя на какой-то мгновенный результат или эффект. Напрягать свою волю или держать все под контролем. Ваш организм все сделает сам, без вашего активного участия. Вы заснете незаметно для себя и всю ночь будете спать спокойным, глубоким сном. Ваше дыхание будет оставаться ровным, мирным, тихим. Сейчас просто наблюдайте за своим дыханием и получайте от этого удовольствие. Носовое дыхание улучшает кровообращение, повышает уровень кислорода в крови, замедляет частоту дыхания, увеличивает общий объем легких. Именно такой тип дыхания позволяет вам полноценно отдыхать во время сна и восстанавливать свои силы. Когда вы дышите через нос, ваше дыхание становится мягким, размеренным, спокойным, тихим. Обратите на это внимание. Заметьте, что воздух, вдыхаемый через нос, кажется легким и прохладным. Он беспрепятственно и практически бесшумно наполняет ваши легкие на вдохе. И также тихо и беспрепятственно освобождает их на выдохе. Воздух входит через нос и выходит чистый
и тихий, мягкий и легкий. Дышать через нос так приятно и так естественно. Осознайте это. Мысленно скажите себе, что вы хотите всегда засыпать с таким дыханием и сохранять его на протяжении всего сна. Пусть ваше подсознание начнет воспринимать такое дыхание как желаемое вами, предпочтительное для вас в течение всего времени, пока вы спите. Теперь, продолжая фокусироваться на своем спокойном, тихом дыхании, позвольте себе погрузиться в состояние расслабленности как можно глубже. Пусть ваше расслабление будет не только психологическим, но и физическим. Расслабьте мышцы ног, ступни, икры, бедра. Постарайтесь сделать так, чтобы расслабление было как можно более глубоким, полноценным. Почувствуйте, как ноги становятся все тяжелее и тяжелее. Теперь пусть расслабление распространится по вашему туловищу. Расслабьте живот, грудь, плечи. Пусть расслабление распространится по вашим рукам, от плечевых суставов до кистей. Почувствуйте, как расслабляются ваши пальцы. Ощутите тяжесть в своих руках. Теперь позвольте расслабиться своей шее, своему лицу. Почувствуйте, как расслабляются ваши щеки, ваши губы, глаза. Лоб. Как тяжелеют и начинают слипаться ваши веки. Все ваше тело расслабилось, стало мягким и тяжелым. Вам лень двигаться, лень даже шевелиться.
наслаждайтесь этим чувством полного расслабления. Отпуская остатки напряжения. Обратите внимание, что вы смогли полноценно расслабиться, одновременно продолжая сохранять носовое дыхание. Это получилось легко и естественно. Психологически вы тоже расслабились. И продолжаете расслабляться все больше и больше, приближаясь к границам сна. Вы думаете о сне и о том, как вы дышите, погружаясь в состояние приятной дремы. Ваше внимание рассеивается. Вы словно отдаляетесь от реальности. Но несмотря на это, ваше подсознание автоматически поддерживает правильные алгоритмы сна и носового дыхания. Это происходит без вашего осознанного контроля или активного участия в происходящих в организме процессах. Вы просто наслаждаетесь расслабленностью и тихим мирным дыханием. Вам нравится дышать через нос, тихо и спокойно, чувствуя, как каждый вдох погружает вас в состояние сна все глубже и глубже. Ваше подсознание теперь знает, что вам нравится такое дыхание. И подсознание будет поддерживать его на протяжении всего времени сна. Даже когда вы заснете настолько глубоко, что перестанете замечать, как вы дышите. Даже тогда ваш организм продолжит сохранять это тихое, спокойное дыхание. Это состояние расслабленности и покоя, в котором вы находитесь сейчас. Ваше подсознание знает, что и как нужно делать для того, чтобы позволить вам спать, сохраняя тихое, мирное дыхание. При первых признаках нарушения такого дыхания и появлении храпа сработает природный выключатель, и ваше дыхание мгновенно
вновь станет тихим, мирным, спокойным, как сейчас. Во время всего периода сна ваше подсознание будет помогать вашему телу инстинктивно занимать правильную позу, исключающую нарушение тихого носового дыхания. Это будет работать автоматически, с огромным запасом надежности. Сейчас, когда вы достигли точки очень глубокого расслабления, когда вы дышите так мягко, плавно, спокойно и тихо, мысленно повторите за мной установки тихого, здорового сна. Позвольте этим установкам, словно эхо, следовать по вашему подсознанию. Пусть они погрузятся в самую глубокую часть вашего внутреннего «я» и станут вашей реальностью. Повторяйте мысленно за мной. Я хочу стать спокойно спящим. Я хочу быть тихо спящим. Я очень горжусь своей способностью спокойно спать в течение всего времени, когда я отдыхаю. Я хочу спать крепко и спокойно. С того момента, как я кладу голову на подушку и закрываю глаза, до того момента, когда придет время просыпаться. А когда я проснусь, я хочу чувствовать себя отдохнувшим и счастливым от того, что спал так спокойно, глубоко и тихо. Теперь я использую сон как особое средство, чтобы восстановить свою жизненную энергию. Я сплю всю ночь глубоко, тихо и спокойно. Хорошо. Установки тихого, здорового сна зафиксированы. Теперь ваш сон всегда будет здоровым и тихим. Теперь ваш сон будет приносить вам истинный отдых.
во время сна. Вы всегда будете дышать через нос. Спокойно и тихо. С каждым вдохом вы все глубже и глубже погружаетесь в сон. На самое его дно. Ваш сон спокойный. Ваш сон тихий. Спите глубже. Глубже.